Ленинский городской округ украсили к Новому году елками, гирляндами. Давайте спросим у местных жителей, нравятся ли им эти новогодние декорации. По нашему городу очень красиво развесили. Спасибо вам. Как вам новогодние декорации оценить? Вот эти? Классно, вообще классные, красивые. Как будете встречать Новый год? Дома. Как вам новогодняя елка? Красивая. В целом, как ваше настроение, как готовитесь к Новому году, какие-то эмоциями поделитесь? Ну, какое настроение? У меня очень много внуков, правнуки. Готовлю подарки. Около кинотеатра «Искра» на елку повесили декоративные окна, что вызвало дополнительный интерес у детей и взрослых. Елка удивительная. Окна куда прорубили? Скажите. Ну, может быть, это домик для сказочного существа? Я думала, что там, посмотрела, там елка, снег, олень и заяц там в окне. Как вы украсили город, вам нравится? Да, очень нравится. Вот ходим, осматриваемся. Скажите, а как готовитесь к Новому году? Ой, ну пока еще особо не готовимся. Меню хотя думаем уже. Я вообще люблю видное. Я вообще видное люблю. Считаю, что это лучший город в Москве. Огоньки везде – залог волшебной атмосферы и еще один источник света, когда рано темнеет. Именно мерцание маленьких фонарей так привлекает внимание. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.